Установка салонного фильтра на УАЗ-21214 Лада 4х4. Вот такой фильтр. Автомобиль Hyundai Accent Gets. Ставить будем вот сюда. Здесь вот сетка стоит. Крупного мусора. Пробуем внутрь установить. Так, снимаем резинку, сетку. Так, теперь вот эту снять надо. Открутим. Болт открутил. Вот, нажимаем сюда, вытаскиваем. Так. Радиатор, заслонка. Надо, чтобы вот здесь. Вот сюда, вот сейчас в этот пласт примерим фильтр. Если что, подложим что-нибудь. Главное, чтобы заслонка открывалась, закрывалась. Так, фильтр. Два в комплекте. За цену, по-моему, 360 рублей. Один фильтр. Вот он, второй. Встает отлично. Вот. Прям шутит. Вот здесь щель. Сейчас мы чем-нибудь закрыть. Думаю. Здесь. Здесь что-нибудь. Здесь вот у нас впритык. Здесь встало. По фильтру. Заслонка работает. Открывается, закрывается. В общем, получилось вот так. Уплотнитель. Утеплитель там он. Пенофол или как называется. Правильно. Для труб или для чего идет. Вот. Согнул сюда вот так. И здесь крылья здесь подрезал. Все, сейчас будем пробовать. Все, крышка встала. Датчик прикрепил. Ставим сетку. Еще бы штатив кто-нибудь подарил. Оп, закрылась, открылась легко. Проверить.